Добро пожаловать на канал о криптовалютах NeoLife. Всех приветствую. И сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, компания Ripple участвует в программе MasterCard для продвижения валют CBDC. Платежная система привлекла ряд участников рынка к поиску инноваций и эффективности технологий, которые изучают 93% центральных банков. MasterCard формирует партнерскую программу с 7 известными поставщиками блокчейнов и платежных технологий, чтобы лучше понять преимущества и ограничения цифровых валют центрального банка CBDC. Это было объявлено на сайте компании 17 августа. MasterCard использовала многие современные модные словечки в сфере CBDC, например, безопасность, конфиденциальность, функциональность, совместимость, частный сектор, внедрение инноваций и повышение эффективности. А глава MasterCard по цифровым активам говорит, что поскольку мы смотрим в будущее, управляемые цифровыми технологиями, важно, чтобы стоимость, хранящаяся в CBDC, была такой же простой в использовании, как и другие формы денег. Программа MasterCard объединит компании, которые уже внесли свой вклад в развитие CBDC, и в него войдут компания Ripple, которая недавно представила специальную платформу CBDC, компания-разработчика программного обеспечения Consensus, которая работала над несколькими проектами CBDC, и поставщика решения для токенизированных активов Fluency, который участвует в 23 проектах CBDC. Также еще одна новость. Stellar предоставляет платежную платформу с открытым исходным кодом. Это решение призвано революционизировать цифровые платежи по всему миру. Платформа, разработанная Stellar Development Foundation, позволяет быстро, экономично и прозрачно осуществлять массовые выплаты с использованием цифровых активов для различных целей. Платформа позволяет пользователям отправлять средства тысячам получателям в течение нескольких секунд, обслуживая такие приложения, как платежи поставщикам, управление заработной платой и вознаграждение подрядчиков. А полная интеграция с офшорной сетью Stellar, которая охватывает более 180 стран, позволяет получателям легко конвертировать цифровую валюту в наличные. Данель Диксон, генеральный директор Stellar Foundation, подчеркнул влияние платформы на выплаты цифровой помощи и ее превращение в комплексное платежное решение. А Джереми Аллер, генеральный директор Circle, признал потенциал платформы в продвижении глобальной практики выплат, особенно в сфере гуманитарной помощи. И запуск новой платформы от Stellar с открытым исходным кодом знаменует собой значительный шаг на пути к совершенствованию цифровых выплат по всему миру. Фактически ряд приложений платформы и интеграции сети Stellar оптимизирует платежные процессы для частных лиц и организаций, обеспечивая более быстрые и прозрачные транзакции. Также еще одна новость. XRP интегрирован в BitPay. BitPay – это один из старейших поставщиков услуг криптовалютных платежей. BitPay объявил о всемирной поддержке XRP, и это произошло вскоре после того, как XRP получил ясность в суде. После этого обновления все пользователи приложений для криптоплатежей смогут беспрепятственно тратить XRP в сотнях магазинов, поддерживаемых BitPay. Теперь продавцы могут принять платежи XRP с более чем 100 кошельков. BitPay также сообщает, что по мере того, как все больше глобальных компаний применяют прямые платежи XRP, пользователи могут легко платить из их кошельков в ведущих онлайн-магазинах и розничных магазинах. А для P2P платежей пользователи могут отправлять XRP напрямую на адрес другого кошелька с помощью кошелька BitPay. Также разработка позволила пользователям покупать и обменять XRP с помощью приложения. Пользователи XRP теперь могут хранить активы в кошельке BitPay. Кроме того, пользователи могут использовать BitPay для покупки подарочных карт, что еще больше расширяет возможности XRP. Также еще Kim.com говорит, что год назад я сказал, что доллар США теряет статус мировой резервной валюты из-за усилий БРИКС прекратить использование доллара в торговле. Сейчас мы видим, что доллар США повсеместно теряет объемы торгов, а вскоре правительство США не сможет уже печатать необходимые ему деньги без гиперинфляции. Ряп XRP пишет, что дедоларизация через БРИКС увидит потребность в новой системе ликвидности на Западе, а BECIPS заменяет системы МВФ и СВИФТ на Востоке, а XRP – это спасательный круг для G7 и G20. Также еще вышла статья от Electronic Payments International о SWIFT и компании Ripple. И они пишут, что RippleNet начинает завоевывать мир как альтернатива традиционной модели, а XRP – это будущее платежей. И в заключение видео, инсайдер по XRP Мистер Пул ровно 3 года назад выкладывал график. А как вы знаете, инсайдеры часто выкладывают информацию с дельтой в несколько лет. И на этом графике есть падение перед хорошим ростом. Высадка лишних и случайных пассажиров, которые залетели на новости о том, что XRP не ценная бумага, проходит успешно. Знайте, что держите, ведь терпение и спокойствие окупятся сполна. Спасибо за внимание, я надеюсь, вам нравится мое видео, подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, всем до новых встреч и пока-пока!